Всем большой привет, дорогие друзья! Меня зовут Раиль, и вы попали в хижину музыканта, где всегда сможете найти приют в просторах интернета. Здесь огромное количество уроков игры на гитаре имеются разборы на всякие классные песни типа Айова, Крид, Звери и так далее. Все это вы можете найти у меня на хижине здесь. Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать очень классные бои в рубрике «Лучшие мировые бои на гитаре». И сегодня посмотрим второй испанский бой, который звучит вот таким вот образом. Какие у нас аккорды? Опять-таки та же самая знаменитая испанская последовательность аккордов АФ, G, F, E при помощи барретт. Все можно взять простыми аккордами. АМ, G, F и E. Давайте посмотрим бой. Здесь есть такой прием разгиада, который идет как раз-таки из Испании. Когда мы веером раскрываем все пальцы, начиная от мизинца. Или можно другой вид, это начиная от указательного пальца. Кому как удобнее. Я даже вот таким образом не очень могу показать. Эти два вида официально существуют в разгиада. Да. Мне удобнее от мизинца. По очереди открываем. Можете потренироваться на какой-нибудь твердой поверхности, например. Здесь на гитарочке. По очереди раскрываем веером от мизинца. Четыре пальца. Чтобы последовательно звук был без перерыва. И используем его в нашем бою. Дергаем бас на аккорде А, М. Потом вниз с гиада. Потом удар вверх и хлопок. Вверх, вниз, вверх еще добавляем в конце. Бас, разгиада, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Вверх можете делать ногтем большого пальца или подушечкой указательного пальца. Левая рука ничего не делает, спокойно зажимает аккорд. Аккорд G. F. Вот и все. Второй вид этого же боя заключается в том, что вместе с четырьмя пальцами мы еще вставляем пятый большой палец в конце. То есть как это звучит. Бас, веером пускаем разгиада, еще пятым пальцем подушечкой вставляем. Ну, на гитаре это, по сути, первый палец. И обозначается буквой P. Потом вверх, этим же пальцем хлопок, вверх, вниз, вверх. Можно сдвинуть аккорд Е опять-таки на один лад вправе и обратно вернуться. Вот и все. Подчеркивайте прямо большим пальцем в конце. В разгиад, как бы этот палец главнее получается. Акцент прям. Нажимайте на него. Еще вот вместо этого хлопка можно делать удар, по сути, левой рукой. Ну, этот щелчок, чтобы получился. Для этого нужно расслабить левую руку, а вместо хлопка сделать простой удар вниз. То есть... Чтобы вот простой удар вниз делаю, и здесь расслабляю пальцы. И удар тоже сохраняется на блокированных струнах.
Вот и все, в принципе, ребята. Вот такие вот классненькие бои мы с вами, ребята, разбираем. Я хочу вам сказать одну важную такую новость. Если вы еще новичок на гитаре и не умеете ничего извлекать на гитаре, я вам могу помочь в этом. Если во всяких музыкальных заведениях уроки стоят, частные уроки стоят, не знаю, там, начиная от 500 рублей и заканчивая там 1000 рублей, 2000, 3000 рублей, ну, смотря у кого учитесь, то я хочу вам предложить очень такой интересный вариант. Вот прошел у меня онлайн-тренинг через интернет «Освоим гитару за 7 дней», и откуда остались у меня записи, конечно же, офлайн-версии, и их я могу вам предоставить, чтобы вы смогли спокойно учиться у себя дома. Отключайте видос, смотрите, выполняйте все, что я там говорю, там все понятно и доступно. И уже через 7 дней вы научитесь играть на гитаре и освоите свою любимую песню. Ссылочку на курс будет в описании под видео. Ребята, подписываемся на канал, чтобы не упускать такие же классные бои. Продолжаем с вами эту рубрику развивать, будем и другие бои смотреть, очень интересные, разных стран бои, разных национальностей. А я вас благодарю, с вами был Раиль Арсланов, до скорых встреч, пока! И забудь о словах, слышишь? Сияет все вокруг, когда твоя улыбка дышит. И мне не нужен никто, кроме тебя одной. Когда я счастлив, я так